Віцебські правоохоронники шукають жанчину, якая скрала образ с церкви. Інцидент відбувся 16 лютого у першій половине дня у храме святого великомученика Георгия Переможцы, что на проспекте Черняховского. На камерах відеоназірання бачно, як невідома жанчина обходит помешкання церкви. У тим ліку іконную лавку. Затим іде на другий поверх, где здымає со стены образ святой Ксении Петербургской и скриню с ахвярованнями. Постоянной прихожанкой храма жанчина не з'являється. Супрацовники церкви яе не познали. Тому допомоги во установлении особы жанчины правоохоронники просят у горожан. Городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража». ВД администрации Первомайского района города Витебска обращается с просьбой ко всем, кто обладает какой-либо информацией о личности женщины, подозреваемой в совершении данного преступления, позвонить по телефону 270996 либо по телефону 102. Анонимность гарантируется. У храме святого великомученика Георгия Переможцы отмовились от комментариев. Насколько каштовной была скраденная икона, так само неведомо. Урон оценили у 700 рублей. До речи, у Витебску это не первый выпадок рабовництва у православных храмах. У конце 2017-го зломысник скрал сребра и гроши с храма святого апостола Андрея Першозванного. Про сутки зломысника знайшли.